Добрый день, дорогие мои друзья. Добрый день или вечер, мои соратники, те, кто со мной уже около 5 лет сотрудничает в нашей команде. Команде Art of Inspiration, команде искусства вдохновения. Мы уже существуем, по сути, 6 лет. 6 лет у нас в сентябре месяце этого года. Каждый сезон нашей команды начинается именно в сентябре. Сегодня мне хочется сказать вам о том, что, просматривая историю нашей организации, я еще раз говорю о том, что в течение 6 лет мы сделали более 85 выставок. В общем-то, наверное, в 15 странах. Но вместе с тем, хочу сказать, что основные наши выставочные страны – это Соединенные Штаты и это Россия. Россию наша выставка прошла от Мурманска до Владивостока. Сегодня нашу организацию знают во многих местах российских. Сегодня нашу организацию знают в Нью-Йорке. Сегодня нашу организацию знают в Лос-Анджелесе, Бостоне, Сан-Франциско. Во всех тех городах или местах проживания, где живут наши друзья, мои друзья, ваши друзья, поскольку творчество наше, содружество наше заключается в том, чтобы мы видели и ощущали и понимали творчество друг друга, чтобы мы помогали друг другу в это удивительное, непростое, очень насыщенное творчеством время, где очень сложно иногда понять, вот это хорошо или это плохо. Потому что мое поколение, которое стоит сегодня за нами, мыслит совершенно иными критериями, мыслит совершенно иными формами, мыслит совершенно иными категориями. Мы должны это понимать. И я очень рад тому, что мы на сегодняшний день вот приняли целое художественное училище в наши ряды. Это для нас очень важно. Это 18-летние люди, занимающиеся творчеством фотографии или живописи. Это люди, у которых есть педагоги, которые понимают, как важно быть в какой-либо команде и видеть то, что делают другие. Выставка рязанцев сейчас в Нью-Йорке продолжается. Но мы думаем о том, каким образом завершить этот уникальный путь, который мы сделали в Рязани. В Рязани прошла наша выставка. Мы открыли рязанскую выставку, и она уже 2 месяца идет у нас в Нью-Йорке. Сегодня мы планируем несколько выставок в Рязанской области, в очень красивых русских городах. Эти выставки будут проходить в течение 3-4 месяцев. Потом наш комплекс выставок придет в Коломну. Из Коломны в ноябре месяце мы откроем выставку в Москве. В Москве выставка будет состоять из тех вещей, которые непосредственно внесены и в каталог, который мы сегодня выпускаем. Это каталог Art of Inspiration. Вот эта книга, вот она перед вами. Я очень хочу, чтобы вы все ее в конечном итоге имели. Эта книга, 500 экземпляров этой книги придет в Москву в середине августа, и 1000 экземпляров придет в Нью-Йорк. Это книга, которая должна попасть во все библиотеки, которые есть, которые вы посещаете, во все галереи, которые вы посещаете. Каждому из вас
обязательно дадут экземпляр этой книги или несколько экземпляров книги. В Москве это сделает Сергей Помачин, в Нью-Йорке это сделаю я. Мы разошлем эти книги в те города по Америке, в которых живут наши друзья, мои друзья, ваши друзья. Не забывайте, что мы должны видеть друг друга, это очень-очень важно. Сегодня в этой книге около 40 человек, художников и фотографов. Сегодня здесь, в этой книге, история наших выставок, которые прошли в течение 6 лет. Их около 85. Сегодня здесь история нашей организации и наше продолжение, поскольку не каждая организация может гордиться выпуском вот таких каталогов. Вторая книга, которую мы ждем, это книга коллекции Роберта Харриса Ротшильда. Эта книга включает в себя около 8 художников и фотографов, которые вошли в нашу команду. Это люди, которые были выбраны самим Ротшильдом для того, чтобы включить эти произведения в его коллекцию. Книга очень большая, интересная. Здесь собраны самые лучшие произведения, которые вошли в коллекцию Роберта Ротшильда. Его коллекция около 1500 произведений разного порядка. Это и произведения живописи, это произведения графики, рисунка, фотографии, всяких народных произведений, которые, так сказать, он собирал во многих странах мира. И, конечно же, это античность, конечно, это многие вещи, которые были сделаны еще до нашей эры. Много интересного в этой книге, и эту книгу мы также будем представлять и в Нью-Йорке, то есть в Америке, и в России. В эти же дни, когда мы будем представлять и наш каталог Art of Inspiration. Работы много, но я бы еще раз хотел вас спросить о том, что очень важно для всех нас, это правда. Забудьте некоторые какие-то амбиции, обиды, давайте жить вместе, давайте делиться друг с другом нашим творчеством, давайте слышать, видеть друг друга. Тогда мы действительно сделаем большую-большую очень работу. Потому что на этих двух книгах я, честно говоря, не хочу останавливаться. Сейчас задумано еще несколько книг, которые я хочу сделать для нашей команды. Давайте думать, давайте предлагать, давайте соучаствовать в том, что происходит в нашем сообществе. Через неделю две, наверное, откроется выставка в городе Сычевке Смоленской области, где я родился 65 лет назад. Это очень красивый, очень маленький город, который имеет свою историю уже примерно 250 лет, около 250 лет. Город, который неоднократно подвергался разрушению, но вместе с тем красота этого города заключается в том, что в этом городе живут уникальные люди, российские, приветливые, открытые. И только в городе Сычевке есть прекрасных 5 художников, которые волею судеб, как и Булгаков в свое время работал у нас в области, в районе доктором, так и эти художники, видимо, появились у нас в нашем Сычевском районе. И эти художники творят. И красиво, и очень здорово. Появились молодые фотографы, появились молодые художники. Всем им, этим людям, необходима, в общем-то, наша помощь человеческая. Поэтому я призываю вас к тому,
чтобы вы делились своими работами друг с другом. Присылайте мне ваши новости, присылайте мне ваши фотографии новые, присылайте мне ваши новые работы, и я с удовольствием буду делиться ими со своими друзьями, с которыми я встречаюсь практически каждый день. Я желаю всем вам здоровья, я желаю вам творческих успехов. Я хочу, чтобы все, что мы делаем, было во благо всех нас, любителей творчества, любителей искусства, любителей, которые украшают свой дом нашими произведениями. Спасибо вам огромное. Я жду ваших впечатлений о том, что происходит с нашей командой. Всего вам доброго. Я очень рад сказать вам об этом.